В Видновской гимназии прошел первый образовательный форум по профориентации «Поступи правильно». Организаторами мероприятия стали Управление образования Ленинского городского округа и филиал Торгово-промышленной палаты. Эта акция проводится впервые, но традиционными для городского округа являются мероприятия по профориентации, которые мы проводим совместно с Торгово-промышленной палатой «Поступи», где также цель которых сориентировать ребят в разнообразии профессий, ну и, конечно же, помочь найти свой вуз. Мы собираем вузы, для этого мы собираем предпринимателей, для того, чтобы они рассказали, чем они занимаются, чтобы дети определялись, кем они хотят стать по жизни, то, на что они будут зарабатывать на жизнь и то, чего они будут получать удовольствие. Форум посетили более 500 старшеклассников и педагогов школ муниципалитета. Выпускники сейчас находятся перед выбором своей будущей профессии. Спикеры, приглашенные на встречу, помогали им разобраться в этом вопросе. Эти форумы помогают, да, детям, они действительно определяются, поступают в те вузы, которые приезжают к нам и показывают себя. Сегодня мероприятие нацелено именно на то, чтобы они ознакомились с профессиями, потому что чаще всего они знают, чем менеджер отличается от маркетолога, да, поэтому как бы здесь мероприятие нацелено именно на это. Мероприятие продолжалось несколько часов. Оживленные дискуссии, мастер-классы, общение с представителями вузов – все это позволило ребятам более широко взглянуть на перспективы своего будущего, а кому-то окончательно выбрать направление деятельности. Я хочу поступить на программиста. Банально, конечно, но все-таки у меня есть два основных университета, но здесь я могу себе подчеркнуть новых. Сегодня хотела посмотреть и посоветоваться с людьми, которые будут рассказывать о вузах из всяких, в целом узнать о них побольше информации и как вообще проходит учеба в вузах. По словам организаторов форума, лучшим итогом их работы станет будущее трудоустройство молодых специалистов на территории Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.